Сегодня в Чебоксарах произошло ДТП. Есть пострадавшие. Водитель 1983 года рождения, управляя автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, подбил на территории шиномонтажа «Приору» и попытался скрыться. Но не справился с управлением, столкнулся с ограждением и перевернулся. Причем случилось это на территории дома ребенка-малютка, который находился по соседству. Пассажиры и сам водитель были отправлены в больницу.